какого-то много. С медленно голов прямым ходил, и в ус не тут, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяженно пришел домой, уже с годами за спиной, висят года на мне не бросить и не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога в дороге вас, который по уши увяз, кабинете напарник, и ты сейчас молчит. Хоть бы кричала, что зло берет, назад 500-500 берет, а он зубами танец, соблями стучит. Оба знали про маршрут, что этот маз на стройках ждут, а наше дело сел, поехал, ночь, полночь, ну надо ж так под Новый год, назад 500-500 берет, сигналим зря, бурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот маз огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ, и волком спорит, он вообще бывает крут. А что ему кругом 500, и кто того переживет, тот не докажет, кто был прав, когда ты крут. Он бы все больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут летит в глаза, и холодно спине. И понял я кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему, и кто он мне. Он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег, мне снился сон про наш веселый наворот. Кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не то. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и маз попал куда положено ему. А нам опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется здесь, а нам опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.